Navis, turn to... В последний раз за сегодня мы говорим вам привет, дорогие друзья. Мы с вами находимся на решающей пятой карте гранд-финала турнира под названием BTS EU номер 1. Na'Vi против Fantastic Five. Счет 2-2 в серии. И эта карта покажет, кто же сильнее на данный момент. Na'Vi же или эта фантастическая пятерка. По-прежнему микрофоны для вас работают адекватно и Майлшторм. Мы продолжаем свое вещание, вы продолжаете смотреть доту. Гоу! Медведь отправляется прямиком в ад. Вернее, в бан. Сразу же. Na'Vi. Действительно, он очень неприятный, конечно. Но и Na'Vi решают, что хватит играть в эти игрушечки. Нужно пушить. Ликан, Чен. Я думаю, что если Fantastic Five сейчас не очень хорошо подумают над тем, что им нужно взять на второй пик и что забанить третьим-четвертым баном, то они очень сильно рискуют. Они уже отдали двух очень сильных героев. Квапа. Ну, предвижу бан Operation'а от Na'Vi, и Fantastic Five должны банить, ну, наверное, Шамана и какого-то, может быть, Бруду какой-то или Джакира, что-то из этой серии. В любом случае, ну, опенинг уже серьезный. Не хватает реально только инвокера в мид под это все. Было ну, вообще, красиво. Да, мы с вами прекрасно понимаем, в первой стадии драфта Na'Vi сделали акцент на пуш, и они будут пытаться этот самый пуш реализовывать, то, что они, в принципе, делали в карте под номером 2. Fantastic Five, все, что нужно сделать, это классно отстоять линии. И я очень-очень надеюсь, что Fantastic Five все-таки поставят так, как ставили в четвертой карте, агрессивную триплу или даблу и какой-то сильной позиции на соло, да, то есть на миде и на легкой. Вот если так они сделают, то они, в принципе, могут и законтрить выходы первой Чена, не дать расформиться Ликантропу где-то на легкой линии и так далее. То есть у них есть реально такая возможность. Ну и уже, в принципе, задатки на такие линии у них есть. Это опять-таки Venge Pool Spirit, Queen of Pain, Квапа, которая может неплохо отстоять миду. А, возможно, во второй стадии драфта опять же появится Пейн, и я думаю, что Арзиг этого героя обязательно припасет. А, ну и потом как-то опять же нужно будет определяться с легкой линией и с суппортом еще один. Так, ну вот Viper и Beastmaster. Да, Na'Vi сами банят Бруду, чтобы не было контр такого сплита. И Fantastic Five. Ну что? Мне кажется, сейчас какой-то шаман может вполне зарядить. Могут. А могут, в принципе, не идти в такой упоротый пуш, как в стиле Веги. Упоротый. Все в пуш, типа, но... все герои направлены на то, чтобы... Да, занять. Вот у Веги была такая одна игра... И они там ее выиграли очень легко. Но даже несмотря на то, что начало было ужасное, все равно настолько сильный пик в пуше. Ну, пуши, я не знаю, пуши в доте сильны уже на протяжении очень долгого времени. Решают взять себе хорошего саппорта со статами, чтобы было чем цеплять. Но опять же, это только усиливает их пуш. Сильный саппорт. Ну, вообще, которого... они своровали сейчас у Fantastic Five этого Бэйна. Я уверен, что Арзика вот третьим героем бы себе обязательно забирал. Вот 100%. Бэйн у нас очень тоже популярен в такой игре. Ну, потому что он очень толстый. Пока ему не срежут 2-1, 2-1, 2-1 ко всем статам, как-то не изменят, его будут пикать. Ну, вот в такой доте точно. Слишком хорош. И плюс еще этот чистый урон с брейнсапа, который его отхиливает. Это вообще просто какая-то жуть самая настоящая. Fantastic Five, Queen of Pain, Venge. Что будут они добирать себе дальше? Ну, думают. Понятное дело, что думать нужно здесь очень, очень осторожно. Возможно, какого-то... ну, Чена разными способами контрить можно. Вот Санейка очень неплохо с Баунти Хантером за ним носился. Можно так. Поставить БХ там куда-то в чужой лес, чтобы он побегал. И, опять же, распределить свои линейки должным образом. Но от этого могут лайны просесть. Все-таки, если Баунти Хантер не добьется нужного успеха. Если там законтрят, как поставят смотрящники, его будут убивать. Есть смысл просто набрать себе героев, которые могут отспамливаться. И у нас, опять же, такие персонажи, как ЕС, как Лина, они по-прежнему в пуре. И по-прежнему можно брать. Причем эти герои будут так же хороши, как суппорт где-то на харде.
так что что-то вот из этой серии я ожидаю сейчас пики от Поросяка. Да, он прям призадумался. Ну, тяжело, тяжелая ситуация. Сейчас каждый пик может вообще решить очень многое. Ну, это Бэйна отобрали. Все, сразу же. Что-то пошло не так. Отобрали Бэйна, Рдик в панике. Ну, и сейчас Клопе нужно действительно помогать как-то, потому что на миде будет кто-то плюс Бэйн. Это неприятно. Может быть, вообще сейчас придумать что-то такое сверхнеординарное, какой-то... Ну, нет, это все очень даже стандартно. Герокоптер, который, кстати, может пойти в хард. И сделать вингу суппорта вполне можно. Да, ну, Ликану тяжко будет. Вот, кстати говоря, для этого во многом мы Бэйна взяли. Ликану вроде как тяжко, если к нему придут триплой. Но если ты проморгаешь выход Чена из леса, то на тебя бежит Ликан с хавалем, крипы Чена, сам Чен и еще и Бэйн. Кстати говоря, тут под слип очень неплохо можно станчики прописывать. Ну, кому как не Йолу это знать. Помнишь вчера, как он там двоих сверху подпринял? Под это слип как раз-таки Бэйна. Вот это же самая комбинация саппортов была. Ну что, остается мид и остается оффлейн. Шадовех, на ком же ты еще исполнишь? На ком же ты покажешь, как нужно катать? Вообще, вот я согласен, в Твиттере немножко пообщались с людьми о том, насколько хорош Шадовех, на самом деле, как уже четко вписался в этот коллектив и исполняет на героях просто отменно. Вот за этим игроком, ну я не сказал, что прям, конечно, будущее, но глаз да глаз нужен. Он где-то себя еще и проявит в турнирах, я уверен. Так что... И со стороны других, возможно, каких-то организаций или новоиспеченных команд. Присмотрелся и урвал, пока Нави в основной состав не купили. Хорошо, катаешь Шадовеха. Ну и Тини появляется. И Тини, скорее всего, будет сейчас в руках этого самого Шадовеха. Или это Ликан мид. Тини легкая. Ой, тут вообще интересно. Ну, Тини против Клопы хорош. Даже без виспа хорош. А учитывая наличие Бэйна... Тут вообще все здорово. Даже если к Ликану придут, ему придется терпеть некоторое время, но Квапа полностью проиграет свою линию, плюс будет фармить Чен. И плюс ко всему, если Fantastic Five пойдут в агрессию на Ликана, значит кто-то останется на легкой линии. Кстати говоря, отличный пик бы, Трайдер. Кстати, да. Против пуша неплохо работает, можно следы Firefly оставлять, плюс инициатор замечательный. Ну, в целом, сейчас этот герой очень силен. Да, и правда, немного команд, которые все-таки его часто берут себе в драфт, ну, на ум приходят разве что какие-то ребята из Alliance, да, которые возвращают там драфт 13-го года и забирают себе Бутрайдеров и прочее. Вот. Так вот, может, кто-то где-то раз-два этого Бутрайдера возьмет, но вот чтоб часто появлялся в этой команде, этого нет. Вот Fantastic Five о нем вспомнили, его забрали. Ну, интересно, это какой бы трайдер будет, на легкой или на сложной? Опять же, я по-прежнему думаю, что Fantastic Five могут сделать агрессивный вид. Это будет интересно. Ну, с другой стороны, опять же, непонятно, что у Нави будет стоять на харде. То есть, Бэтрайдер-то он хорош, вопрос. А кто там будет против Бэтрайдера? Не будем забывать, что есть у Нави еще такой замечательный игрок, как Ахмо, который сыграл огромное количество игр на Тине, и в один на один Тине тоже может нормально постоять на нижней линии. Тут Нави сейчас очень все интересно. Так, ну что, последний пик. Совсем Fantastic Five уже не осталось времени. Им как раз-таки нужен второй суппорт. Тут уже все понятно. Предельно. Но... Fantastic Five-то? А да, как тебе Керевинга и суппорт Герокоптер? Ну, такое. Самый лучший вариант, на мой взгляд, был это Вич Доктор как раз-таки. Но его забанили. Его каски были бы очень хороши. Да и, в принципе, он там со своей палкой и под хилом давал бы много. О, какая наркомания. Так, это что же у нас получается? Судя по всему, так и есть. Это Тини на сложной линии, это Зевс в миде, Ликан на легкой. Вот вам, пожалуйста. Что-то как-то очень жадно. Все непонятно, да. Ну, Шадовек сегодня, конечно, катал на Зевсе в первой карте, если вы помните. Там не особо хорошо получилось играть, в общем-то, у Нави они проиграли, но... Зевс сам по себе был неплох. Но вот какой-то пик такой у Нави, вот, ну нет какой-то синергии, что ли, друг с другом. Ну то есть вот Чен Ликан это пуш, а дальше смотришь, Бэйн, ну вроде сильные линии, потом Тини, Нахард, Зевс с ласт пиком.
нет какой-то вот это вот... Вот Зевс, например, в первой карте, это была глобальная стратегия, да, там нападают на разных частях карты, делают фраги. Здесь этого нет. Ликан Чен пушат, остальные не особо, да, Тинис Аганим только пушит, позволяет. Бэйн линии улучшает, усиляет их, но все остальные герои на линиях будут стоять, ну, относительно слабо. Что помощи от не будет. А тени на харде, ну что это такое? Солон нам не справится с каким-то бутрайдером или стриплой. Ну, я не знаю, то есть какой-то такой довольно странный пик получился у Нави. Не кажется, что немножечко не свойственный им. Ну, Fantastic Five пик просто намного проще. Вот он реально проще. Вот проще героя на мид не придумаешь. Проще Кири ты тоже не придумаешь. Оффлейнер более чем стандартный. И суппорты такие же. Ну, мне почему-то так кажется. Да, забирают в итоге Бару. Ну давай посмотрим, что у нас. Артстайл на Чене, Санейка на Бэйне, Дитяра на Ликане, Шадоу Вех на Зевсе и Ахмо играет на Тинике. Да, ну и ребята из Fantastic Five. БЗЗ на Queen of Pain, Седой на Герокоптере, Гостик сыграет на Батрайдере, Йол суппорт Спирит Брейкер, Азик второй суппорт на Vengeful Spirit. Еще раз, дорогие друзья, это пятая решающая карта. Победитель этой карты станет победителем матча в целом, заработает $5000. Почет, славу, женщин, ну, вы понимаете, все остальное. Ну, в общем-то, команда, которая проигрывает в этой карте, она становится топ-2. Я, кажется, понял, что в чем мысль Ахмо. Ну, вообще, поговорим о хардлайнерах и о Тине на этой роли. Хардлайнер, прежде всего, ну, в основном должен быть инициатором. Да, уже поняли, раскусили его план, кажется. Ну, вот он бегает. И Тине для этого подходит. Если он выфармливает свой блинк большой левел, у него огромный магический прокаст, и при этом он хорошо инициирует. Тине хотел отводить. Он хотел прогрессить вот здесь вот елку, отводить и забрасывать тосом крипа. Да, да, был такой план. И прочитали это Fantastic Five, они туда забежали и просто поставили сенсик. То есть они тоже об этом подумали. Ну что, сбивать будет или нет? А бабки-то куда брать? Ну, Санейк сейчас пойдет. Вот Сентрик, кстати говоря, у него есть один. Он его выложил, чтобы взял артстайл, чтобы что сделал? Чтобы просто с собой держал, видимо, пока. Ну, вообще, нужно сперва убедиться в том, что стоит действительно здесь вардец. Первоначально нужно увидеть, что здесь спауны не появляются, крипов. И только потом можно пытаться раздевартить. Ну, план будет такой. Все-таки это у нас будет дабла снизу в исполнении Fantastic Five. Это медовой БЗЗ на Квапе против пока соло Шадоу Вех. Ну, не совсем соло, Снейка будет рядышком, безусловно. Ну и на топе будет Бэтрайдер, которому уже идет помогать Йол. Задача будет первоначально немножко подгнобить, видимо, Ликантропа. Ну да, Ликану против Бэтрайдера тяжело, а вместе еще и со Спиритбрейкером это вообще получается совсем неприятная какая-то линия. Чен начинает потихоньку фармить. Тине пока что мы видим без экспириенса. Его не подпускают, естественно. Ну, тяжелая здесь будет игра для Тине. Ну, от Чена многое зависит. Опять артстайл на Чене. Посмотрим, в первой игре он очень сильно сыграл. Вот именно как раз-таки с точки зрения того, что он должен был делать. Ну, вообще, да, сил движения у него были действительно замечательные. Хорошая была макро. Заходил и микрил здорово своими суммонами. Ну, вот ему нужно повторить. Повторить то, что он исполнил в той карте. Пока, ну, все достаточно стандартно у него развивается, находит каких-то крипов, фармит, левел 2 у него уже есть. Смоков, правда, нет, что начальник какие-то выпады делать. Ну, к слову, ребята... Ой, что делает у нас? БЗЗ-то пошел Шадоу Веха убивать-то в соло, пытается его разорвать. Еще бы тычку одну прописал, но, возможно, тычки бы и не хватило. Да, и БЗ по тавер просто лезть не стал. А, так вот, не обезопасили БЗЗ путем расстановки хороших вардов именно со стороны выхода Чена. Есть фат, который стоит на твоем пригорке, который не видит того, как будет смещаться Чен. Под смоками, там, не под смоками, спины где-то заходить. И довольно тяжело, возможно, будет БЗ, если будет его подлавливать, пытаться. Ну, с другой стороны, это квапа. Все-таки нужно принимать в расчет то, что герой с эскейпом, и всегда есть блинк. Так что, если кто-то затыкает артстайл, не скомбинирует свои дизейблы, то ничего не выйдет. Но тоже начинает идти за руны, артстайл, есть баунти. Нужно оставить Зевсу. У Зевса там тяжелая ситуация, он нормально так пострадал. Но вот сейчас на него как раз таки бежит. А там раскон, и БЗ тоже нырнул, и это ФБшечка должна быть. Причем БЗ бы ее сделал в соло. И артстайл получает просто удар от Йола, такой болезненный. Кстати, с Орбу Веномом. БЗ, конечно, будет жить здесь, а вот артстайл не факт. Нет, стал тоже выживет. Да, Урбофеном нормально так подзамедлил, не удалось здесь забрать Queen of Pain, и хорошая игра. Ну, Spirit Breaker, его пик против, конечно, вот этого медового Зевса, он был классным. Уже реализуется, уже один фраг есть на Шадоу Вехе, пожадничал, не стоило за этой руной, конечно, смещаться. Но, тем не менее, зато
Немножко пространство появляется у Ликана, у него пока что все в порядке. Так, побежал куда-то. Ага, на этот раз на Санейка. Firefly, два стака. Ну, есть слеп. Ой, баш срабатывает опять, так, 17%, конечно. Слушай, пытаются у тебя еще баш, не хочешь прописать один йол? Не хочет. Это было бы слишком. Это было бы слишком. Ну, это могло бы произойти, но это реально было бы слишком. Санейка уходит на базу в итоге. Что у нас у Тиника? У Тиника каким-то образом он взял себе второй левел все-таки с горем пополам, но это, конечно, очень мало. Но пока что легкое преимущество Нави по крипстатам мы видим за счет Чена, но по линиям они чуть хуже стоят. Ну, так, и выход такое, на Queen of Pain выход. Если сравнить героев Ого. На кор и на мид, сатир нет, выживается, конечно, БЗ. Но все-таки Клопа перефармливает Зевса, плюс сделал на нем килл. Немного Геркоптер, чуть лучше, чем и контроль фармит. Там Чен, да, ну как герой все-таки четвертой позиции. Как лесник, он чувствует себя действительно неплохо. Тут не поспорить. Йол, есть у него уже третий уровень. Второй Гретер Баш, кстати говоря, то есть не чарчен Макс. Ну, готов куда-то снова делать выпады. Ну, а куда? Ахмо тут уже пришел такой, хочет навестить и огорчить БЗЗ, который тут без КП. Ну, а с другой стороны, что же полезного делать вообще Тини в этой игре? Ну, да, кстати... ну Ахмо видели, там вардсайт очень хороший у Fantastic Five. Они читали, что Тини, скорее всего, будет смещаться. Не с самого начала игры поставили, а тем временем выход. На бутрайдера его усыпили, ему дают станчик, попадают и забирают. Хороший выбор. Тартстайл на этот раз, и Бейн хорошо зафиксировал противника. Первый килл для Нави в этой игре. Да, очень классный выход от Чена удается. И как раз под катапульту в очередной раз. Вот то, что Артстайл выходит под катапульту, но это не случайно. То есть под катапульту обычно всегда раньше стараюсь выйти в пуш. Все-таки гораздо сильнее пачка крипов с этой катой. Так что вехте реанимите погиб. На самом деле, если бы они выходили под катапульту, то остался бы Чен пушить. В итоге Чен ушел. Ну, Лютотроп, да, видимо, так справляется. Они да. И тогда справятся. Тут дэмэдж это сейчас заслипать бетрайдер, чтобы он ничего не заденаил. Третий стак, а там, кстати, на чарджи уже летит спиритбрекер. Тавр падает от рук Ликантропа. Четвертый стак пошел на Палма. Йол ускоряется, сам левел третий. Ну а дальше. Ну тут нереально драться. Он им так стики зарядил. Что там сейчас просто отъедут оба, и Баратрун, и Бетрайдер. Они могут полезть, начать меняться, в итоге там по 10 стиков или даже того больше прожмут в конце Ликан и Бейн и развалят. Но Бейн слишком сильный. Вот как раз-таки это был отличный выбор. Да, но тем не менее, Fantastic Five ведут у нас больше 1000 экспы и порядка 1000 голды. Ну да, ну и за счет того, что Шадоверк дважды погиб, конечно, и Клопа все-таки довольно серьезно уже доминирует над Зевсом. Вот разница между ними как раз-таки та самая 1000 и составляет. Опять он неудачно на Зевсе отыгрывает. Не совсем его, видимо, герой, не знаю. Или просто так за него Fantastic Five берутся. Ну, посмотрим. Здесь все еще возможно. Сейчас шестой возьмет. Может быть, какие-то глобальные комбинации пойдут. Ну, по касательно его героя, возможно, вполне. Все-таки надо понимать, что БЗЗ все в соло справлялся с Зевсом. И БЗ опять идет в соло справляться. И Sonic Wave дает и убивает. Ну, просто БЗЗ тут вот отыгрывает лучше, чем отыгрывает Shadow Vex на Зевсе. Это нужно понимать, потому что, ну, опять же, уже чуть ли не в третий раз в соло убивает. Да, и шестого до сих пор даже нет. Он не может помочь своим тиммейтам, там, кого-то забрать, в случае, если начнется драка. Причем не просто шестого нет, а там еще надо прийти и полпачки убить. Там Тирени Марстайл там будет заходить в спину на седого, сюда из флэка начинает расстреливать крипов. И не ожидает такого выпада, есть Avalanche. Закрывает троллем, колдаун, тоснули куда-то с брейнсапа, забрали, конечно. Йол, конечно, взорвался, Артстайл пытается тоже убить в ответ, но Йол получает слип, есть вейв, Артстайл выживает на 80 хитах, но Йол ждет, когда у него откатится просто чарч. Желательно, конечно, Артстайл забрать, но... Ну, он тогда сам не уйдет. Артстайл тут просто байтит, ну, понимаешь, что если он на него побежит, разворачивается, все. А вот сейчас уже можно забирать. Да, и Чен в итоге делает очередной килл. И опять Artstyle тащит катку своим ребятам. Ну, Чен, вернее, тащит катку. Очень хорошие два фрага удаются. И сразу же смог, но... Кто? А на кого смог-то вообще? Смог-то от одного Санейка, который, да, пошел вард ставить чужой лес просто. Не более того, чтобы его просто не спалили. Да, ну нормально тоже тогда. То есть там сразу, конечно, все это спалилось. На бетрайдер выход от Ликана. Ой-ой-ой, ой, как больно. Тут металлик на хайграунд залез и тупо. И ультимейт у Зевса
Ну, хотя бы был, но, скорее всего, бы не добивал бы Райдера. Не много добил, да. Там врывает Рейн ФЗЗ снова на Шадоувеха. Шадоувех, ты пал, пытался сделать, бедняжка, Шадоувех, четвертая смерть. Как же его здесь на пятый? Но в этот момент забирают Герокоптера на нижней линии. То есть, с одной стороны страдает Зевс, но с другой стороны страдает Герокоптер. И, ну, потеря Герокоптера довольно критичная. Согласен. Герокоптера так отдавать, конечно, нельзя. Две смерти у него же, хоть и вышел свои стандартные из Аквила. Ну, так, сейчас, конечно, все будет зависеть от того, как будет БЗ себя чувствовать. Так, Ахмот, кстати говоря, его ТП-шит. Чен, Ахмот, скрим получает, не успел уйти, не успел улететь на базу. Опять-таки два баша. Ну, довольно-таки пертый получается такой Спирит Брейкер. В паре моментов очень хорошо зашло. Еще один фраг забирают. Да, Зевсу срочно нужно каким-то образом приподняться. Ну, надо, во-первых, чтобы наконец-таки расставил, посетил его и сказал, я тебе помогу, бро. Сейчас мы загангаем, папу убьем. Ну, может быть, помощи... дежурить... Да, без помощи согласен. Может быть, дежурить бы и ну стоит. Ну, потому что Арстайл-то там не особо поможет. Нужно как-то Спирит Брейкер, чтобы не убивал его. Это вот такое самое главное. Ну, да, ну, Чен помощь должна быть. Кто, кроме Чена, может тут помочь? Никто, наверное. Выходит, видимо, в какой-то подпуш, или просто Чен пока что фармит этот спаун. Стоит. Есть вард, который сейчас видит, как Чену прилетают артефакты. Пошла просветка, просто для того, чтобы светануть, кто где находится. Просто потому, что человек не хочет больше умирать. Он да, видит противника и уходит в свои леса. Но не тут-то был и гостик рядом. Ну, если подцепит Шадоувеха, будет ему очень больно. Нет, Шадоувех держит дистанцию. Но распились маки. Кстати, вот и сейчас... Хороший выход в лес команды Нави. Да, смотря, тот самый вард стоит от Бейна. Да, и они видят перемещение Арзика и Ситоба. Но БЗ уже рядом, и сами и прожимают смог. Но это беспалевный смог. Ой, как можно хорошо они подловить сейчас. А как они беспалевно-то? Их же было видно на... Ой-ой-ой, Герокоптер пошел рассказ квапы, очень много дэмэджа. Чену нужно успеть раскастоваться, он не успевает. Дитя Роза кинули на хайграунд, бедняжка. Да. Ну ТП делай, чего ты ждешь? ТП, а вот бочка! Избивают ТП и остается на том же самом хайграунде. Долго ждал, конечно. Сразу бы сделал ТП, ушел бы отсюда. Не совсем понимаю, каким образом Нави не увидели смог. Они просто не смотрели вот сюда, у них стоял вард, и смог было видно. Вообще, да, вот тут я смотрю, вижу со стороны Нави, должны были спалить, что смог прожжет. Или смог, подожди, был же прожжет на лоу-граунде, возможно. Не-не-не, там один герой стоял точно. Ну и этого, как правило, хватает. Когда один герой внезапно куда-то исчезает, ты... Вообще, да. Ну и в итоге возвращают, даже не то, что возвращают, а увеличивают свое преимущество Fantastic Five после этого хорошего выпада. Уничтожили противника, разорвали кор героев, и мы видим, что и по нетворсу у них все хорошо, по командному, общекомандному, и по индивидуальному тоже. Что Герокоптер, несмотря на то, что его там дважды убивали, сейчас получил два ассиста и вышел на вторую-третью строчку нетворса. Да, тяжелейшая ситуация у Зевса, это, наверное, самая большая сейчас проблема команды Na'Vi. И причем такой герой, которому особо... Ну, это не тот герой, который способен вот так вот там, типа, SF уйти и как-то быстро наполучать свои... Ну, там, левела, свой фарм. Без какого-то мидаса ему здесь вообще делать нечего. Ну, в плане... Просто догнать по фарму не получится. Здесь либо выходить фраги забирать, либо вот как раз выходить в мидасик. Или он так останется. Вот чувствую я, что мидас-то будет очень плохое решение в этой ситуации. Просто загнать. О, за слип у Дотрайдера. Это Dota 2. Это просто Dota 2. Кидается слип, сделал ТП гостик, и в итоге в слипе оказывается на своем фонтане. Ну, так не должно работать. Просто какая-то багованная механика. Ну да, но ничего страшного в любом случае. Не успел. Не успевал Санейка. Ну да. Ну в итоге блинк-то есть у Бэтрайдера, это сейчас очень важно, потому что могут реализовать. По-прежнему бегает седой под чужими вардами, плюс волки тоже дают вижен. Волки пришли, седого подгрызли. За наглость думает седой. Что это такое вообще? Так, где-то там опять врезается. В Ликана. В Ликана, но подцепить здесь его нечем, и он тоже уходит, потому что ассиста тоже никакого нет. Да, Зевсу бы пораньше вот это решение принять. Ой, смог, ты посмотри на варде и на волке. Волк погиб, сейчас должны были понимать, да, должны сейчас понять Fantastic Five, что их прекрасно видели. И, следовательно, Na'Vi тоже собираются где-то после своего тир 2. Вообще, отвратительная ситуация кор-героев Na'Vi, ну, за исключением ликантропа. Посмотреть на Зевса, посмотреть на Тини, и вот глаза крови обливаются, потому что нет денег у них, нет артефактов. Как вот из этой ямы выбираться вообще не ясно. Ну, благо, хотя бы сейчас смог видели противника и не подставились.
Да, смог хорошо Ликан спалил. Здесь Дитяран нужно, конечно, доконтроливать своими волками. Ну и выход по миду будет размениваться по ТВРам. Нави солидно могут парапушить. Нужно использовать фортификейшн, используют. Несмотря на то, что Fantastic Five вышли гораздо раньше на этот тавер, Нави забирают его, ну, практически одновременно. У них тут и тини, и куча крипов. Я бы шел на месте Нави. Ну хотя нет, дальше идти страшно. Соперник имеет преимущество. Так кто там, там просто сожрут. Там в БЗ второго уровня уже Sonic Wave и седой готов раскоставаться. Тяжело по голове. Там просто корова побежит, еще через всех пробежит. В тир 2 вышку уже ломает гирокоптер вместе с БЗЗ. Нави же, в свою очередь, они вот что они делают. Они не делают ничего, они бегают просто кругами по миду, танцуют. Они так, они рассчитывали на то, что, в общем-то, Fantastic Five сейчас стпшуется на тир 2 и будут их догонять. Они думали, что окей, мы отойдем, у нас все будет хорошо. А Fantastic Five просто взяли и никуда не ушли. Они продолжили дальше кушать, да. А сами-то Нави не могут стпшиться и засейвить. В результате два тавра, размен на один. И в этом моменте Fantastic Five зарабатывает чуть больше денег. Еще чуть больше денег. Преимущество и так было 5000. И сейчас становится еще больше. Но тут как бы о реализации пуша пока что речи не идет. Сейчас Нави нужно как-то за счет своего сильного кулака, а для 15 минут, вот как только Чен покупает меку, у них, конечно, все равно по количеству там хитов преимущество знатное. Квапа дает свой раскаст, Чен его отхиливает, и причем он отхиливает там даже больше еще и какого-нибудь Гирыча может частично. Но нужно хорошо подраться, это просто необходимо сейчас. Вот просто иначе они, ну посмотри, они бегают просто как стадо на миде, не знают, что им делать. Вообще, очень многое будет зависеть от драки от того, как сыграет Гостик. Вот я тут даже сторонник того, чтобы фокусили именно Чена. Если он до него доберется на блинке, возьмет в лассо и не даст заюзать и Меку, и его ультимейт, то драка, конечно же, будет целиком улучшена за Фантастик. Ну, конечно, Чен это топ-1. Не Зевса же фокусить вот этого немощного старика 8 уровня с первым ультимейтом, который там почти ничего не сносит. Без артефактов практически вообще. Видит Бэтрайдера, ну, сейчас его поймают. Просто что ж ты делаешь-то, Гостик? Ну, да. Гостик странно сыграл, и в итоге... Ну, все, теперь Бэтрайдера нет, цеплять нечем. Нави, благо, нечем цеплять, и Fantastic Five удается отступить. Вообще, да, ну и пропушить Нави тоже сейчас не смогут серда, потому что слишком быстро Бэтрайдер появится, драку все равно смогут организовать, поэтому... Отбили мидлейн и разгруппироваться как-то и собраться в другом месте, чтобы подфармить. Да, вот Зевс с линзой, чуть подальше он будет находиться. Сверху подпушивается линия. Хотят пропушить нижний лайн. Его, кстати, поприятнее пушить, чем мид. Там Бэтрайдеру не так много мест, в которых можно залететь. И что? И мид хотят, в свою очередь, запушить Fantastic Five. Стоит битая вышка, можно попробовать. Один ветеран направляется у нас вниз. 11 левела. А Чен фармит со всей своей командой кентавров и урс. Ну, оставило все хорошо. Рахат продолжает фармить, интересно. Ну, вообще сейчас ситуация такая, что они не особо-то пушат, поэтому нет смысла собирать Владмирс. Но вот Гарден Грифс для команды будет очень даже неплохим решением. Учитывая, что у Квапы есть Сайленс, да, это нужный спал. Так, о, и нужный вот айтем. Смок разбивают Fantastic Five на миду, предварительно поставив Сентрик, так что их не было видно. И Рошан. Ой-ой, это может быть очень даже внезапный Рошан. Но это может быть очень неопасный при этом же Рошан. Нет, да? Они... Кажется, что они пошли кого-то здесь ловить. То волка, есть... волка, да. Волка ищут. Волк сейчас все спалит. Волку нужно уходить. Видят Бэтрайдера. Видят Чена. Зацепили. В итоге подцепили Тиника. Рассказ Тиника. Чен ничего не дал. Дает сейчас меху. Ульт не успевает вставать. Да, минус 3. Квапу пытаются забрать минус Queen of Pain, неплохо. Ликан продолжает грызть. Могут попробовать вингу. Нет. Вингу, ну так Ликан ты ни одного удара еще в драке не сделал, его там просто в дизейбле держал Йол. Но в итоге, ладно, хоть квапу забрали, и Зев заработал за это денег. Ну, в целом могло быть намного хуже. У Нави могли пятерых потерять просто. Что-то да, артстайл там не успел подхилить Тиника, не успел дать свой ультимейт. В итоге смотрим файт рекап. 1600 гирокоптер, 1700 Queen of Pain. Не, Ликан нормально там, 1300 дэмэджа он нанес. Кого-то все-таки сгрыз. Размеклоны, да. Урон, видимо, наносит. Хотя, может быть, сюда даже не идет в расчет того, что Волкиник Размеклоны дает какой-то урон. Да может быть, я посчитала. Я думаю, дает. Должно давать. Да, хорошо, Йол останавливает Shadow Vex. Ты посмотри, верхнюю прописал, правда, МП нет. Проблема. Лэмбрэк еще получает, да, и нужно будет простить Йола за такую наглость дерзость. В принципе, кстати говоря, к вопросу о вот набегающем Баратруме, если бы Зевс поумнее играл на миде, поаккуратнее, у него всегда была бы верхняя, он мог бы просто этого Баратрума раз за разом останавливать. Но, как правило, он там все время на лоу хп убегал от квапы под дротиком.
Ну, это как правило, просто Седой его в соло разваливал. Там спиритбрейкер из 4 смертей БЗЗ один раз только помог. Как бы да, ну БЗ там. Просто в соло убивал. Поэтому там даже о спиритбрейкере речи не шло. Ну ладно, в общем, не так плохо все получилось у Нави. Вновь собираются на нижней линии, Дитяра там юзает Хавль, покупает себе вторые некрономиконы. Зевс, в результате того, что в драке кого-то убил, тоже денег заработал. Ну, не все так плохо. Можно еще играть. Ну и проигрывать всего лишь 4,5 тысячи на 18 минуте, это не так много. Да, удалось задержать чуть-чуть. Ну и в принципе... Слушай, АТП-то вниз, они там продавать не хотят, сюда приходят. Есть оверклап Митрилхаммер, то есть будет выходить по КП, это все равно верное решение. Вынуждает стягиваться, наверное. Прочекал, нет ли здесь никого в лесу, все правильно. Никого в лесу нет, Ликан тем временем вторые некраза фармил, Чен у нас выходит. Вот интересно, во что выйдет Чен? Может быть он какой-то... Ну, Владмира нету Ликана, Владмира нету Чена. С одной стороны, такой вот артефакт может быть. Может быть, стоит в Аганим выходить и с большими крипами уже сражаться. Может, грифсы сперва, что ли, я не знаю. Но можно Аганим, действительно, почему бы нет. Да, кстати, Сайленс ему в прошлой драке не дал раскастоваться. И, может быть, после этого Арстайл как раз примет решение собрать грифсы. Нужно Ликану побольше чекать пространство со своими волками, чтобы посвободнее действовали. Ультимейт Зевса оставлять там на крайние ситуации какие-то, когда совсем уже ничего не сделать. Ну, а драку шла тем тоже. Все-таки поможет. Какой-никакой дэмэдж. Ну, кстати, да, 11 левела. Нападает на него спиритбрекер. Ну, просто разводит на ТП на самом деле. Так, слушай, а там Дашаны зашли, ребята, из Fantastic Five. Причем их видели, они под вардом зашли. Но больше акцент делается на убийство Йола. И если удастся забрать смерть Йола Рошана, я думаю, Fantastic Five будут довольны таким разменом. Волк заходит, волк все видит, видит, что у Рошана осталось 2500 хп, байбекается спиритбрейкер, Дитяра прожимает форму некрономиконы, пошел в бой, гостик, след фрайфлай оставил, Динга уже где-то погибла от Зевса, боже, погиб гирокоптер, как это вообще происходит? Затягивает Дитяра на хайграунд, есть подхилы, Дитяра здесь должен будет погибнуть, а Эгис... Меку! Не успел, уже заюзал где-то, в итоге Дитяра погибает, но... Труп его стоит, проваливается. Как умер гирокоптер так быстро? От кого он впитал урон? От господина Рошана. Господина Рошана? Он стоял в БКБ и не мог ничего дать, потому что ему Рошан прописал, по-моему, два баша или один точно. Ну потому что, да, он в итоге даже кулдаун не смог закинуть. Он нажал БКБ в конце, но Рошан его просто не выпустил из баша. Очень неаккуратно сейчас сыграли, и Зевс еще и добил Вингу в самом конце там. Ну, ультимейтом своим. Супер. Вот этот Рошан, что Нави заходили на него неподготовленно, что сейчас Fantastic Five. Как мы видим, Рошан-то достается, ну а Егис уже выбили, еще и больше потеряли, чем ну, да, заработали. Да. И байбэк спиритбрекер делал, что тоже немаловажно. Ну, не все так просто, видим, что Нави дают камбэк. Пользуются ошибками противника, это тоже очень важно. Ну и вот сохраняется то самое преимущество в 4000 и даже немножечко в плюсик Нави. Отыграли денег, и это неплохо. Ну, вот такую историю мы с вами видели, наверное, в трех картах из четырех прошедших, да, когда кто-то захватывает преимущество, и это преимущество потом удерживают Нави. Ну, кто-то это Fantastic Five, соответственно. Ситуация сейчас тяжелая у Fantastic Five становится. Ну не то чтобы прям совсем тяжелая, но как бы преимущество у них вроде есть по золоту, но на самом деле Тинни купил себе Блинк, Чен с грейвзами, с ним тяжелее гораздо. И вот это преимущество, оно слишком маленькое. Как бы по пику сейчас Нави очень далеко впереди. Единственный как бы такой шанс, даже не шанс, а буст для Fantastic Five, то что у них Гирыч и Квапа с БКБ. Я бы даже подчеркнул то, что Queen of Pain имеет Blocking Bar, без него было бы тяжело. Передаем привет китайскому комментатору, мы тоже рады его видеть. Оставил две чёточки. Оставил свой след. Он там негодует, видимо, по... Я не знаю, по какому-то поводу. Просто негодует китайский комментатор, чёрт с ним. Ну, кстати, говорят, по поводу вот драфта, я бы не сказал, что сильнее впереди Na'Vi. Вот мне до сих пор драфт, в нём не вижу какой-то особой синергии. У них просто очень толстое все. Идет Чен с грейвзами, и идет Тинник, Ликан с некрочами, все это бежит, крипы. Такое остановить тяжеловато. Ну, в принципе, любым пиком. Конечно, у Fantastic Five есть хороший рассказ, но все равно. А в перспективе там может добавиться какой-то Аганим еще. Но пока что об этом, конечно, речи не идет. Тем не менее, крипы Чена не убиваются крипы Чена с никакого АОЕ, потому что он их успевает подхилить ультом там в процессе. Так, и сейчас спиритбрейкер сделал разгон. Разгон у него сбился. Видят волками всю позиционку, абсолютно. Все зачекали.
Санэка выходит, ставит тоже вард, ставит в центре. Не самый удачный Fantastic Five, все-таки они поставили прям возле тавера, а нужно там немножко поодали. О, все, видишь, итоге заходит окно. Вейв дали, сбили блинк вейвом. Дальше-то что, есть ультимейт? Зевса, пошли по КБшке, Соник Вейв, Вард Стайла, Гардиан Грис, моментальный подхил идет, Ахмо просел, Арзик выживает. Есть еще подхил Ачена, колдаун залетает. Теперь Седой с флеком начинает раздавать, но теряет тиммейтов, при этом 2 в 3 драка, трипл килл сделал Седой, хороший рассказ вышел. Йол здесь послипан пока, Санэйка все еще жив. Ну и волки там пытаются БЗЗ съесть. БЗ съедают. Да, съедают. А дитя раз, скорее всего, тоже не уйдет. Ракеточка! Ну что, ультра? Ультра! Нет, клопа добивает. Все-таки от Shadow Strike погиб. Он пытался закрыть себя волками, но немножко не хватило дэмэджа. 4 в 3 размен в пользу команды Fantastic Five. Не так много они взяли, но, конечно, зарешало то, что Ахмос били блинк. Он явно хотел не... Не сразу погибнуть, да, не делать байбек, это точно. Ну, он хотел не в вингу, скорее всего, влетать, а в какую-нибудь квапу быстренько попробовать за Фокси до Black King Bar, но винга здорово здесь сбила ему. Тем не менее, драка. Вот уже видно, что несмотря на преимущество Fantastic Five, драка-то очень неплохая удается Нави. Ну, Fantastic Five здесь все-таки в плюс выходит, особенно в плюс выходит Седой, но... который здесь заработал денег очень много. Очень сильно исполнили, то есть там Герокоптер прям по всем раскастовался, Тиника не успел захилить Чен в очередной раз с ультимейтом, так бы тоже неизвестно, может быть, он еще пожил немного, пару кастов своих дал. Да, и благодаря удачному исполнению так вот все выходит неплохо. Ну, посмотрим, что сейчас у нас в следующей драке. Все-таки, пока у Чена нету Аганима, его крипы становятся все слабее с каждой минутой. И выход как раз-таки в смоках от Fantastic Five. Знаю, что у Чена нет ультимейта еще. У Бэйна... Ну, ульти! Ульти, если хочешь спалить. Ну, зажал опять. И сейчас, кстати, может из-за этого... Да, из-за этого умрет Никак. Да, убирает, скорее всего. Сразу же ультимейт Зевса, но уже поздно, Тиара погиб. И были ли там волки, которые, в принципе, дали вижен на Firefly, след Firefly от Гостика, но среагировать там было практически невозможно, потому что через секунду буквально уже влетал Бэтрайдер и цеплял. Хороший выпад Fantastic Five, очень хорошо они прочитали эту ситуацию, но она ситуацию не прочитали. Вторая ситуация в сегодняшнем матче, причем в двух разных играх, когда Шедовех хочет заультить, но не ультит, и в итоге это приводит к смерти одного из персонажей. А, так бывает. Все. Ну, а с другой стороны, опять же, тут непонятно, как правильно поступить. Ты можешь дать ультимейт, а в это время Fantastic Five просто фармят. И ультимейт у тебя не будет, они после этого прожмут смог. Тут никогда не угадаешь, тут нужно чувствовать. Это... Тут просто нужно чувствовать момент, когда противник будет сходить под смоками. Понятно, так бы можно было сказать, что это ошибка, а так просто не повезло. Тине. Заходит тем временем Йоул, но Ахмота подцепили первым, колдаун залетает, Ахмот под прокаст просил, Арстайл должен захиливать, здесь Гардиан Грипсы, но нет, смяли и Чена, и Бэйна, и Тини, и Шадоу Веха, это трипл килл бай БЗЗ. Какие же АОЕ залетают, ну просто бомба. Шикарная игра от спиритбрейкера сейчас. Сбил Тинику опять блинк, его спалили, свапнули. И вместо того, чтобы Тини ворваться, опять же, доли секунды здесь все решили. Ворвись Тини первым, все по-другому могло пойти. Но в итоге заходят на ХГ. И, честно говоря, Нави уже... Они уже далеко позади. Ногой, да, им... Такой на втором месте. Как минимум так. Сторону сейчас потеряют одну. Ну, вообще, да, скорее всего, лучше просто отойти, потому что 20 секунд респаун Нави, нет возможности забрать еще одну. С огромнейшим преимуществом сейчас уходит с чужой базы Fantastic Five. Ну, замес у них получается, конечно, одно заглядение. В общем, действительно, все АОЕшки к месту. И таким пока похвастаться Нави не могут. Ну, вот есть у них Чен. Да, это подхил по всем тиммейтам. Это и Guardian Грифсы, это и Ультимейт, это и Сумоны. Ну, а дальше-то что? Ну, вот, ну, Тини даст прокаст. Зевс даст прокаст. Это все переживают. Fantastic Five. У них есть БКБшки элементарно. Ну, по-прежнему, все-таки мне кажется, что таким пиком нельзя драться 5 на 5. Ты можешь пушить, ты можешь сплитить как-то, ты можешь вносить артефакт на ликантропе за счет того, что опять же ты сплитишь. Но вот идти в бой против Герокоптера, против Квапы под БКБшками и Бэтрайдера, который инициирует, ну, тяжело. Как? Если ты взял Чена и у тебя ты не можешь драться в 5 на 5, то это довольно печально. Ну что поделать, тут пик такой. Ну, если вспомнить вторую игру, где с Ченом Нави действовали, в принципе, похожая была ситуация, но там не было такого аутфарма. Здесь все за счет, прежде всего, перефарма. Слишком много артефактов, слишком сильные герои, и не успевают ничего. Так, вот сейчас использует еще раз ультимейт Зевс, но на этот раз все стоят на базе как раз-таки.
Спирит Брейкер уже с БКБ, и о, что с ним вообще делать, непонятно. Там вот три героя, БКБ которые уже просто неуязвимы будут сейчас. Это Спирит Брейкер, Квапа и Герокоптер. Их невероятно тяжело будет сгрызть. Ну, только Ликантроп может, да, этим заниматься, в общем-то, и все. Да, три БКБ на команду имеется, гейм имеется, Демон Эдж у Седова с выходом куда-то в МКБ, Шива есть и БЗЗ, ну, действительно, тут имеет место быть просто перефарм. Сравните артефакты, которые имеются в Fantastic Five, и артефакты, которые имеют в Нави. И вот те самые графики, которые показывают, насколько сильно они отстают. Там больше огромные. 15 тысяч, уже на 28 минуте. По экспириенсу 13. Как сейчас камбэкаться, я не представляю, но должно свершиться маленькое новогоднее чудо. Не, ну может вполне быть, но если Fantastic Five будет драться так, как они подрались последние две драки, то, конечно, шансов будет очень мало. Но они все очень хорошо делают. Здесь камбэк, как правило, он в принципе возможен только в ситуации, когда у тебя соперник ошибается. А тут все делают очень здорово. И вот сейчас как раз выходят, провоцируют драку, есть дабл дэмэдж, можно немножко побить по тавру. И в принципе, да, от 20 и тут они заканчивать. Они тут заканчивать. Нави должны сейчас сделать последний свой бой и пытаться отбиваться от противника и сделать замес какой-то. Ахмо залетел. Седоу получает сайленс. Бестоса залетела. Почему стан получает? Ахмо есть слип. Зажали тевление Мартстайла, съедают очень быстро за лосо. Отличное решение от гостя, кого цеплять. Дальше колдаун. БЗ уже сделал трипл килл и падают. Нави без байбеков. Дальше летит БЗ, добивает Ликантропа. Волк в панике на фонтан, чтобы выживать. В живых остался также Шадовех, которого просто не фокусировали. Ну и Герокоптер, оставшись на лоу хп, выживает. Идеальная проигранная драка. Идеальная драка. Чена схватили. Тини ничего сделать не дали. И, скорее всего, теряют вторую сторону. А, возможно, вместе с ней сейчас и игру. Но посмотрим. Пока что не сдаются Нави. У них еще... Да, какая? Нет, сдаются. 3-2. Fantastic Five выигрывают этот турнир. Выигрывают матч. Тяжелый матч. Все-таки стоит признать, что Нави действительно давали хорошие карты. Показывали, что они... Очень боевая команда. Но Fantastic Five сегодня были посильнее. Ну и пятая карта все-таки все расставила на свои места. Ну что, я доволен таким финалом. Шикарный матч получился. Очень хорошо сыграли Fantastic Five. И казалось бы, уже после третьей игры Нави остановить тяжело, но хорошую четвертую. Но действительно, шедевр от них — это пятая игра, последние вот три драки, как они провели, это любо-дорого посмотреть. Все сделали, им где-то повезло, конечно, но все, что зависело от них, они сделали максимально круто. И заслуженная победа 3-2, я думаю, что это очень большое событие для FF. Ну, а Нави, хочется сказать, что, ну, они тоже большие молодцы, но немножко расстроило то, что у них на гранд-финал их все-таки игрок основного состава не пришел. Это, на мой взгляд, это немного неправильно. Хотя Shadow Veku претензий никаких. Он... Да, Shadow Veku, ну, хорошо. Просто хорошо очень сыграл, опять же, и об этом будут много сейчас говорить в комьюнити и так далее. Я думаю, пригляделись. Ну, может быть, конечно, это вот последняя пятая карта получилась не самая удачная для Шату Веха. Там подстревал, и от БЗ он все-таки линию проиграл. Это, ну, надо понимать. Это было видно. В общем-то, клопа заканчивается счетом 13-2. Но, тем не менее, инвокер от Шату Веха был весьма хорош. К нему не придраться. Других героев, наверное, неплохо откатывал. Более-менее. Ну что ж, мы эти обе команды, дорогие друзья, с вами увидим уже после Нового года. Будут они играть на квалах. Кто-то из них, возможно, будет играть на Open квалах, кто-то сразу же в региональных. Как бы там ни было, будем внимательно следить. Будет непростой путь на следующий мейджор этих обеих команд. Ну и что, мы, наверное, со стороны всего нашего Рухаба можем... Не знаю, что уже... Можем? Поздравить с Новым годом можем, с наступающим, потому что у нас больше трансляций не будет. Да, поздравляем вас с наступающим. Желаем вам хорошо провести оставшееся время в этом году. Ну и, конечно же, ждем вас с нетерпением на первых трансляциях в следующем году. Будем рады всех вас видеть. Приятно было сегодня посмотреть вместе с вами Доту. Всем пока, всем до встречи в 2016.